Второй вид программы сегодняшнего первого дня. Короткая программа в соревнованиях спортивных пар и на льду дворца Мегаспорт. Сейчас наш дуэт — Анастасия Мартюшева и Алексей Рогов. 17-летняя Анастасия, 24-летний Алексей. Бронзовые призеры последнего чемпионата России. В этом сезоне они выступали в Братиславе на мемориале Ондре Непела и стали победителями этого турнира. Нашей пары это по существу был дебют на соревнованиях столь высокого уровня, но мы помним успешное выступление на юниорских соревнованиях. Они были серебряными призерами чемпионата мира юниорского 3 года назад. Было заметно, что они очень напряжены, когда выходили на эту короткую программу. Может быть, с этим связано то, что не удалось им исполнить параллельный тройной сальхов. Сальхов этот был только двойным. Но затем как-то очень быстро они пришли в себя и очень неплохо, я бы даже сказал, очень хорошо был исполнен выброс. Тройной флип, великолепная была подкрутка, четвертого уровня поддержка. Словом, в дальнейшем они очень неплохо справились со своей программой. Да, вот только двойной сальхов. Прекрасная поддержка, сложная поддержка. Четвертый уровень дали им арбитры.
Артур Дмитриев. На ваших экранах двукратный олимпийский чемпион в парном катании. Он сейчас один из тренеров этой пары. 50,9. Ну, это оценка чуть хуже, чем их наличный рекорд. За компоненты они получили оценки где-то в районе 6 баллов. Но люди не мешают,